шагом шагает сегодня по земле. Кроватницы устраиваются на тысячелетия. Насилие вещает, все прибудет вечно, как есть. Человеческий голос не может пробиться сквозь вой власти имущих. В каждом шагу эксплуатация провозглашает: я хозяйка теперь. А угнетенные нынче толкуют нашим надеждам не сбыться уже и так так. Если ты жив, не говори никогда. Все, что прочно, не прочно, так как есть и останется вечным. Угнетатели выскажутся, угнетенные заговорят. Кто посмеет сказать никогда? Кто в ответе за то, что угнетение живучее? Мы. Кто в ответе за то, чтобы сбросить его? Тоже мы.